Друзей у меня нифига нету группы. Я играл на скрипке в художественной школе, в музыкальной школе на вечернем. Я окончил. Единственный, кто окончил скрипку все 4 года. Прикольно. Ты, по идее, должен, да, ты хорошо играть, понимаешь? Да, я должен, но если месяц не поиграешь на скрипке, ты спроси у преподавателя, любого скрипача, он скажет тебе, что тебе придется заново учиться. Ну, вообще прям с нуля. Ну, я понимаю, нуля, да. Типа, то, что там очень большой откат скилла будет. Да, большой откат скилла, да. Все равно же не с нуля там. Да просто у меня скрипка, она... Там, блин... Хрен ее настроишь теперь. А что там, скалками какая-то? Скалки, да, их натягиваешь со всей силы, там, а он опять назад, да. Да. Надо загуглить, как это чинить. Так я смотрел там. Все равно, блин. Своей девушке попытался сыграть. Стихи писал там, все, она забанила меня потом. Я собирался к ней приехать в Москву. Но я не приехал, потому что она сказала, что не выйдет. Ну, это по моей вине. И я просто, если бы я приехал в Москву, я бы просто сбросился с небоскреба. Блин, ну это левая тема. Знаешь, вообще постарайся не думать о таком, потому что... Так я не думаю, это бессознательное. Ну, понимаешь, что бессознательное. Сердце. А я сам такой на самом деле. Такие штуки есть, например. Нифига, я не вижу, но... Ну давай покажу. Давай. Ну ты показал уже. Да нет, там не видно было, просто я слишком плохо. Ну короче, я угораю по селфхарму, по вот всякой такой долгой. Можешь научить меня селфхармить, чтобы не сдохнуть? Потому что там же можно задеть артерию. Ну да. Ну, если задеть артерию, то значит ты селфхармер был где-то на горле. Ну научи меня селфхармить, может мне поможешь. Что я часто чувствую. Боль душевная, постоянная. Я просто не знаю, никто не знаю, как селфхармить. Не знал даже, что это. Типа вообще знаешь это. Я вот что думаю про суицид вообще. Я каждый день думаю о суициде. Это уже все часть моего мировоззрения. Мировидение. Да я тоже, блин, вот. Типа, но я никогда не думаю о нем, не знаю, так что, ну, блядь, конкретно, типа, то, что вот могу пойти и взять и сделать что-то. Типа, ну, это просто для меня это уже стало эстетикой. Эстетика суицида. Ну это... Когда я был помоложе, у меня бывали моменты, когда по-настоящему в это верил, но я это просто переборол, и ну вот все, суицид вокруг меня, но это просто... Не знаю, просто часть мира. А я когда помоложе был, я молился Богу только, и все. И просил, чтобы все было хорошо у всех. Мама меня научила. Она меня научила молиться Богу просто, все. Я всегда тоже был таким эгоистически добрым. Не, я переживал страдания, это все. Но это, садхарм, это типа до крови ножом себе ну, да. Именно запястье. Не обязательно, можно где угодно. Ну, а там кровь идет, что дальше? Ну и все, это результат, типа нанести себе небольшой... Надрез? Да, и больше не надо ничего. Само заживет? Да, конечно, ты начнешь чувствовать настоящую физическую боль и такой, ай, бля, потом смотреть, как кровь течет и такой. Ну, я испытываю от этого какое-то удовольствие, что ли. Не пропагандируем. А может быть это кайф из-за того, что кровь выходит грязная, типа? Заменяется на обновленную? Да вряд ли. Я никогда слишком сильно себя не резал, чтобы выходило много крови. Не, но все равно кропалики. Чуть-чуть там выйдет уже. Не, ну, я думаю, знает. Вот эта идея с выходом грязной крови, это... Как называется этот термин? Ну, короче, это такие около лженаучные приколы. Переливают кровь, типа, они чувствуют кайф там вроде.
Фиг знает. Ну, я лично не знаю, я никогда не переливал кровь. У нас там на заводе, где я работал, чтобы они получили деньги, дополнительный отгул, они кровь хотели, да, сдавали. Но они постоянно бухали. Ну а это как, ну где можно надрез сделать, чтобы шрам не остался? Нигде шрамы останутся везде. Ну если просто порезаться. Это отметина твоего душевного состояния. Нет, если порезаться просто, то она шрам не останется. На руке где-нибудь, если палец порезать, не останется шрам. Ну если очень легонько, то не останется, а если. А потом еще будут осуждать, там типа показать стрёмно. Да, я иногда стесняюсь в некоторых компаниях этой хуйни. Но у меня есть компании, которые это принимают, понимают и сами из таких же. Да-да, у меня тоже такая девушка была, и все такие, все такое. И брат такой же. Ну это. Так а что, долго кровь идет-то? Полчаса? Ну да. Не дольше. Но это же дофига выходит. Не, она очень умеренно идет. Типа, я никогда не стараюсь типа сделать, знаешь, такой глубокий, страшный надрез, типа. Мне ну, достаточно. Ты так или вот так? Я позер или тру? Я просто не знаю, я просто не понимаю, как правильно. Не, смотри, прикол нужно в том, вот так, чтобы. Да? Не обязательно даже на запястье. На запястье вообще лучше не стоит. Это я люблю ходить по лезвию, типа испытывать судьбу нахуй. Типа задену, не задену, вот вену или чё. Дешевле? Или чё? Не, наоборот, просто с внешней стороны руки там. А. Торс. Торс. Я, кстати, грудь себе ножом резал, когда меня дед убежал. Он просто прикалывался, он заводской мужик, но мне было как-то. Я был болезненный. Я не принимал таблетки тогда. И я себе грудь чуть-чуть порезал, но шрамов не осталось. Вроде как. Ну, чтобы спровоцировать другого человека, этой темой не стоит заниматься, это, знаешь, манипулятивно. Не, это он меня спровоцировал. Я просто порезал себя. Типа, блин, нельзя поддаваться таким провокациям, потому что это уже манипуляции и вся хуйня. Типа, надо очень ответственно к таким вещам подходить, если ты понимаешь, что тебе надо резануться, то... Ну, короче, я попробую себе грудь резануть, потому что у меня грудь всегда болит. Это грудная клетка вот прям в центре. Блин, чувствую себя, как будто бы научил плохому туториал того, чего да, не так надо делать. Так мне просто больно, и я не могу дорезать так, что... До конца, чтобы кровь шла, чтобы больно. Ну, точнее, там немножко идет, но дальше я не могу, больно. Дальше и не надо. Типа, немножко достаточно. Типа, для меня, мне это надо, чтобы я начал чувствовать какое-то раздражение, боль, вот эту вот всю хуйню, и она просто отвлекает от других проблем. Блин, а я вот сейчас, когда грудь себе, я сжал, так мне больно было. Я сжал, но мне, когда я там, ну, оставил следы, там это, мне все равно было хреново. Как-то, не знаю. И, кстати, ножами не советую. А, лезвием. Только, блядь, если у тебя появится слишком много шрамов, или ты отъедешь еще куда-нибудь, я нахуй не знаю, на тот свет за тобой приду и ударю. Отпиздишь меня? Да. Смотри, да я просто не могу, мне больно сильно, у меня чувствительная кожа. Ну, я понимаю, я тоже такой.
Я не знаю, как можно. Мне... Ну, когда душевная боль, да. Не, я думаю, все-таки это из-за того, что кровь выходит грязная. Все равно чувствуешь. Мне кажется, обновление. Что это скорее эмоциональная разрядка. Блин, фиг знает. Я что-то... А как думаешь, вот этот Павленский, может, он тоже селф-харм делал себе на самом деле? Когда прибивал. Это тоже селф-харм, типа. Ну, на самом деле, насколько я знаю его творчество, а знаю его, ну, так, очень поверхностно. А я глубоко знаю. Типа, да, он это не без этого. Типа. Да, он не без этого. Его жена там себе палец отрезала. Да, они любят так селф-хармиться, наверное. Ну да. Ты там фотки его жены посмотри, ты... Да, да, я забыл. Посмотри как-нибудь. Ты там вообще офигеешь. Это капец. Мы уже, кстати, много идем, нам бы... Я вообще не знаю, куда мы идем, я еле вижу. Поехать на автике. По-хорошему, чтобы сэкономить время. Но, с другой стороны, мы можем взять пиво и пойти. Да, давай с пивом лучше пойдем. Потому что я люблю ходить, а во-вторых, мне еще долго ждать. До этого еще до 7 вечера. Не видно нифига. Но, с другой стороны, мне неудобно держать очки. Шапку надо в портфель. Вот рядом есть красный яд. Там нужно мне какую-нибудь яшку или сидр, кое-что-нибудь. Я просто ненавижу вкус алкоголя. Мне нужно что-то заменяющее, желательно. Я тоже ненавижу газировку. Вкус алкоголя. И знаешь, как я обычно решаю эту ситуацию? Как? Я пью чистый алкоголь, ну типа вот, да. Вискарь, вот эту всю хуйню. Надо взять стопку, желательно попробовать, опрокинуть ее и быстро запить. А, понятно, и типа ты сразу пьянеешь. Ну, типа пьянеешь так же, как и вчера. Не смотришь. Ну, типа только учитывая. Вопрос в том, что ты вот несколько секунд почувствовал максимально концентрированный мерзкий вкус алкоголя. Да. Но потом его запил вкусняшкой. Не знаю, я что-то... Может, действительно, если... Надо как-то рассчитать. Вот если, допустим, яшка 4,5, ну или сидр 4,5, ну это банка. А спирт чистый, допустим. Ну или какой-то... Вон там есть, короче, красный яр. Ну пошли, я не знаю. Короче, нужно так рассчитать, чтобы... Алкоголя больше было в крови, чем за один глоток, чем, ну, внутри, как, чем, ну, бутылка снаружи, алкоголь внутри, внутри алкоголь, снаружи бутылка, Александра Невский, все, не знаю. Ну, короче, это, там, в общем, нужно так, чтобы как можно больше алкоголя бы доставилось в организм, но при этом... меньше вкуса омерзительного почувствовать. И вот какое дилемма, или яшку, или спиртяшку, или говняшку, еще какую-то хреню. Ну вот Яга, Блейзер, вот эти вот все коктейли, это мерзкий димедрол, который... Димедрол? Ну да, типа. А что это за димедрол? Я сам не особо шарю, но, блин... Димедрольное пиво, такое пиво, которое тебе в голову с ноги, и у тебя с утра потом еще голова болит. А у меня ничего с утра не болело, блин. Я выпил 2 сидра яблочных, и мне не болела голова, не, я сидр, проснулся. Это я проснулся. Сидр, это нормально. Так и от этого мне тоже ничего не болело. Ну, наверное, повезло, я как-то попал в